Субботнее утро снова на велосипедах. Глава городского округа совершил велообъезд Люберец. Владимир Ужицкий пообщался с жителями и узнал, как работают управляющие компании города. Первая точка маршрута – улица Космонавтов, 28. Жители не один раз просили отремонтировать фасад здания 1965 года постройки. Итог – работы провели в 2021 году. Хорошо, конечно, вот сделали, видите, навесы, как ходить. Вот, загородили. Раньше навесов не было. Не было. Помимо капитального ремонта дома, в соседнем дворе открыли детскую площадку. Новое покрытие, горки и качели. Детям здесь безопасно и интересно. Нравится тебе? Да? А? Или не очень? Дороги – еще одна актуальная тема для горожан. Рабочие расширяют съезд с улицы Электрификации на Октябрьский проспект. Вместе с сотрудниками ГИБДД администрация решила добавить дополнительную полосу. Это поможет снизить пробки. Расширять дорогу закончат уже на этой неделе. Но есть в городе места, на которых все еще требуется работа и контроль городских служб. Это несанкционированные свалки, некошенная трава и ямы. Я своим коллегам говорю, жители очень, быстро замечают какие-то перемены. Стало лучше, они заблагодарны. Но жители еще быстрее замечают, когда есть какие-то провалы, недоработки, грязь, мусор. Но задача городских служб эти вопросы тоже быстро видеть, устранять, а главное не допускать. Работе управляющих компаний и состоянию города в целом глава Люберец дал удовлетворительную оценку. Вопросы и жалобы жителей занесли в протокол. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.